Выпуск будет горячим и огненным, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. В Берлине уже сутки не могут потушить масштабный пожар. Пожар на металлургическом заводе в Берлине все еще не потушен. В пятницу в районе Лихтерфельда на юго-западе Берлина загорелось металлургическое предприятие. Над частью города поднялось облако ядовитого дыма. Как сообщили сегодня в субботу утром пожарные, ликвидация огня все еще продолжается. Среди обломков то и дело вспыхивают новые очаги возгорания. Спасатели решили снести часть здания, которое и так частично обрушилось, чтобы добраться до источников огня. Работы продолжаются всю субботу, жители окрестных домов по-прежнему просят держать окна закрытыми. В пятницу вечером возникло опасение, что вода от тушения пожара смешается с химикатами и попадет в водоемы и канализацию. Специалистам удалось избежать этого, установив резервуары. В компании подтвердили, что на заводе хранилась серная кислота и цианид меди, но лишь в небольших количествах, поэтому вреда здоровью нет. Там еще раз отметили, что на берлинском предприятии не производили оружие, а обрабатывали металлы, например, для автомобильной промышленности. Однако это не единственный пожар, который накрыл Германию.